Доброе утро! Всем желаю рок-н-ролльного дня, и это делаю неспроста. Сегодня день памяти Элвиса Пресли, и мы решили поговорить с нашими жителями о короле рок-н-ролла. Так дословно с английского переводится рок-н-ролл. Крутись, вертись, качайся, катись, танцуй и веселись. Танцуй и веселись. Танцуй и веселись быстрее. Танцуй и веселись мне больше нравится, но, видимо, крутись и вертись. Качайся и катись, на самом деле. Но мне нравится, что вам нравится. Крутит, вертит. И снова неверно, хотя у меня реально черным выделено, какой правильный ответ. Внимание, не подглядывать. Какой инструмент не является традиционным для рок-н-ролла? Контрабас, саксофон, скрипка. Скрипка? Ну, скрипка, скорее всего, не является. Скрипка. Нет, контрабас. Не является. Не является. Скрипка. Молодец. О, этот вопрос пока все правильно отвечают. Какого певца называют королем рок-н-ролла? Пол Маккартни, Элвис Пресли, Майкл Джексон. Маккартни быстрее. Помогите найти короля рок-н-ролла. Где-то здесь Элвис Пресли. Пресли вот. Вот, видно, человек знающий. Сразу, бах. Жму руку, спасибо. Пожалуйста. Даже очки как у Лепса, понимаете? Кто король рок-н-ролла? Майкл Джексон, Михаил Галустян или Элвис Пресли? Не знаю, честно. Кто из них был королем рок-н-ролла, как вы думаете? Майкл Джексон? По-моему, Элвис Пресли. По-моему, Элвис Пресли. Супер. Смотрите, это Майкл Джексон. Это Михаил Галустян в костюме Элвиса Пресли. Нормально. А вот Элвис? Ну, я его просто в раннем возрасте знала, когда он помоложе был. Согласитесь, мне тогда было меньше лет, поэтому... Вам нравится Элвис Пресли и его музыка? Нравится. А вы рок-н-ролл танцуете? Танцевала в молодости. Дадим второй? Будь когда. Немножко подзабыла. Да, без музыки никогда. Не то. Смотри, сейчас твой друг, товарищ, выиграет конкурс. Называется «Найди Элвиса». Поняла? А кто второй? Второй Майкл Джексон, ну а это Галустян. Единственный, кто всех назвал сразу. Он все знает. Тебе так с ним повезло. Тебе завидуют все школьницы. Кто был королем рок-н-ролла? Майкл Джексон, Элвис Пресли или Михаил Галустян? Элвис Пресли. Где он? Вот. Ничего себе. Сразу победа, усложняем. Найдите здесь Элвиса. Ну, тут его нет. Нет, есть, серьезно. Вот. Это же Элтон Джон. А, точно. Майкл Джексон. А вот это Пол Маккартни. А это Пол... это был Маккартни. А? Это Михаил Галустян. Ой-ой-ой. Ладно, усложняем. Элвис Пресли, он на вас очень пристально смотрит. Естественно. Естественно, вот он. Не, надо, чище. Ты там тоже танцуешь? Не, я не танцую вообще. Я только клубные танцы. Давай клубные танцы, а мы подложим музыку Элвиса Пресли. Да это будет чуть не так получаться, я думаю. Я думаю, все будет хорошо. Сейчас покажут. Как говорится... А, у него есть... Давай Майкл Джексон.